Приветствую вас. Наилучшим решением мне видится для вас, для начала уйти с работы, уйти с работы, да, которой вы сейчас занимаетесь, для начала. Почему это, собственно говоря, так важно? А почему это так важно? Это очень важно именно по той, причине, что у вашего хозяина, правда, что вы понимаете под хозяином, отдельный вопрос, у вашего хозяина есть все основания вам не верить до тех пор, пока вы работаете на него. Вот. И у него есть все основания опасаться того факта, что вот вы станете на него работать, к примеру. Вот, то есть вы станете, допустим, парой. Вот. При том, что вы вместе работаете, да? Вот. И будет вам по итогу из-за этого сложно вместе работать. То есть надо сказать, что человек, в любом случае, да, он поступает осмотрительно, то, что он не хочет с вами вступать в отношения, да, так он бережет то дело, которым вы занимаетесь сейчас. Вот. И, собственно, боится, вероятно, его потерять, это дело. И винить его за это не стоит. Ну, как мне кажется. Если вы, если действительно он вам нравится, да, то вы, по идее, должны его понимать. Вот. Это то, что касается данного аспекта. Что касается того, что вам делать, если он вам не видит, да? Ну вот, допустим, если вы уходите с работы, да, и начинаете просто с ним взаимодействовать, то вы можете здесь использовать совершенно разные направления, вот. Многое зависит от того, какой мужчина ваш хозяин, вот. Многое зависит от того, что он из себя представляет, как человек, вот, и уже, соответственно, сейчас только вы можете узнать, что для него важно, что ему важно, что ему нужно, вот, чего он хотел бы для себя, вот. И, соответственно, вот эти знания, они могли бы вам помочь приблизиться к мужчине, да, то есть только в том случае, если вы ответите себе на вопрос, что получит мужчина, если будет вместе с вами. И что вы можете ему дать? И самое, наверное, главное, это нужно ли ему. Вот нужно ли ему то, что вы можете дать. Вот, ибо если не нужно, то, скорее всего, ничего не получится. И дело здесь не в вас, а именно в нем. Вот, именно в том, что, мужчина, вот он такой человек. Тут ничего не поделать. Вот. А можете вы предложить ему дружбу,
и уже в процессе дружбы, значит, показывать ему, что вас интересует в нем, а? Вот. То есть, чтобы он не думал, что это работа, к примеру, ну, сейчас, а? Чтобы он не думал, что это вот именно какой-то корыстный интерес и так далее. Вот. Возможно, было бы неплохо, если бы вы раскрывали себя, да, то есть более активно себя проявляли. Не как женщина, да, а как личность, к примеру. Вот. Это тоже очень важный момент, на мой взгляд. То есть все вот это очень важно для понимания истории, для понимания ситуации. Психологическая совместимость также есть, да? То есть, ну, именно вот с точки зрения психологии, да, насколько вы подходите друг к другу, насколько вы можете быть вместе и так далее. Это вот тоже такой очень важный момент, если мы хотим вам помочь, да, если мы хотим с вами разобраться, если мы хотим, ну, помочь вам наладить вашу жизнь. Вот. То есть все вот это нужно исследовать. И вот только тогда появится уже какое-то понимание. Вот. Но хотел бы я еще раз обратить ваше внимание на то, что речь идет о хозяине. То есть вы его позиционируете как хозяин, то есть вы ему, ну, я не знаю, вы ему подчиняетесь, может быть, или что-то вроде того. Вот. На мой взгляд, это весьма-весьма, ну, как бы сказать, тревожный знак, тревожный сигнал, потому что если вы смотрите на него снизу вверх, вот, то мужчине, может быть, не нужна, просто не нужна такая женщина, которая смотрит на него снизу вверх. Может быть, ему вполне устраивает женщина, которая смотрела бы на него как на равного. Вот. Может быть. Возможно, есть еще другие какие-то моменты и основания у мужчины не идти с вами на сближение. Я предлагаю вам об этом подумать самостоятельно, да, потому что, ну, так вот, исходя из того, что вы написали, да, не совсем ясно, просто. Ну, поэтому, если хотите, да, то со всем этим можно разобраться со всем этим подробно, можно исследовать это все подробно. Ну, вот. То есть здесь самое главное — это ваше желание. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад
вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.